Здорово, ребят, с вами Алексей. Сегодня мы немножко повыживаем. На банке. В КФ, разумеется. Вы и так все знаете. Ну, тут пока народу мало еще. Как обычно, в принципе, захожу всегда малый почему-то. 4 человека пока что еще. Как бы мне успеть-то? Хоть кого-то убить. Вообще все мимо. Ну, у меня калаш, по идее, покоцанный, так что неудивительно. Будем стоять здесь. Принки вылезают. Время от времени. Встал такой. Ай-яй-яй. За 15 что-то начал в конце. Все мимо вообще. Спасибо большое. Я так думаю, это наши кинули. Наверх убежал. Вот кинем чуваку тут. Угу. Хотел вылезти. Не получилось. Вот как? Откуда меня убили, я не понял. Через стекло, что ли? Не могли же убить меня через стекло. Бляха. Что происходит вообще? А кто меня убивает? Барс? Точно. Я-то думаю, как так? Ну, конечно, давайте, давайте. Сейчас победят. Алло, ребята, кикайте давайте. Я хотел нормально поиграть сегодня. Но вот почему-то не дают. Все, ждем 10 секунд. Я постою на базе. Они сейчас загоняют нас в угол. В уголок. Дурной. Глаз. Ничего сделать не может, в принципе. Откуда взялся? Сверху спрыгнул, что ли? Все понятно. Ой, забомбили, ой, забомбили. Убежал, однако. Окей. В общем, 8 минут еще. Хватает сегодня. У нас выживание. Ой, заколебали кидать гренейте уже. До свидос. Пойдем прогуляемся здесь. Среди наших. Так, тут я никого не убью, конечно же. Здесь, по всей видимости, тоже. Не вылезают как-то. А, во. Вот. Это норма. Сейчас пойдем к ним на базу. Ну или почти к ним на базу. Так, покусать успели. Да, со, видимо, я добраться не успею, да? Не всегда им быть. Хорошо, ну вроде как мы побеждаем, да? 90, 100. Надо купить себе вип-ниной. Они купили, а ты купить себе не можешь, поэтому жалуешься. Легальные вещи. Нищеты. Даже не двух пушки, скажем так. Ну хотя, своего рода они так и есть для них. Для тех, кто не покупает. Ай. То ли они слева вылезают теперь, то ли я не знаю. Что-то их мало совсем. Закидывают вечно только, и все. Осколочная.
Че он вверх полезет, как обычно? Или его слили уже? Пусти, пусти меня. Как же вас много-то, а? Толпитесь, мешаете. Грен, они не кончаются, они бесконечные. Они появляются, кидают, появляются и кидают. Прям закидываю, долго не проживешь таким образом. Короче, я пойду выше поднимусь. Там, кажись, маленько побезопаснее. Можно иногда убивать там Тимота, ну бы они по нас заходили. Окей. О, хорошее место тоже. Периодично можно приходить. То есть сюда, то другое, это самое. С другой стороны. Только вот не успеваешь убивать никого. А-а-а. Хоть кого-то убить можно, нет? Дайте хоть кого-то убить. А-а-а. 23-12. Что-то я все ниже и ниже опускаюсь. Нифига себе. Я просто шел и все. Скончался. Ребята, вы где вообще все, а? Вот, двоечка, да. Закидывают вечно. 4 минуты осталось. А. Где моя пушка? Опять баги? Ну, в принципе, было такое уже раньше. Привет, чики. Как же так-то? Где моя грена? Чего у меня моя пушка исчезает? 26. Я почти близок был к своим. А сейчас нет. Ну, в принципе, я не низкий. Далеко-то не ушел от них, но а сам-то я, видимо, не буду. Ай! Иди сюда! Тридцаточка только. Ваши анимационные грены меня бесят. Нифига не видно из-за них постоянно. Тут их убивают постоянно. Где мои вещи? Ай, меньше комментирования, больше вхождения в игру. То есть не отвлекаться. Больше внимания ей уделять. Чтобы я больше убивал и меньше умирал. Ай, ай, ай. Решил пойти ко мне. Весело. 37, 37, 37, 38. Короче, я могу быть почти как они. Троих. Походу. Только что. Так. О, как же тут это с вами. И одновременно легко. Закидывают вечно. С
43. Да что вы толкаетесь-то, а? Бляха, бомбежка. Мясо вообще, полнейшее мясо. 10 на 10, или 8 на 8, там я не помню, сколько в тиме-то обычно. 8 же человек или 10? 8, кажется. Потому что зал 16 человек. Нихера не вижу. 44. Не-не-не-не-не-не. Я должен успеть. А чем дым кинули? Ё-моё. Издеваются. Чувак, там 45-5. Я офигею, как так-то вообще? Почему не подыхает? Ай. Ну, короче, все. Четвертое место. На рынке также можно еще помесить. Сейчас поднаберется, я думаю. Они их поджимают, видите, да? Я забыл, что мы... Копы. Ой, террористы. Ай-ай-ай. Ну, по идее, у меня есть, походу, бронежилет, хотя я не покупал его, не знаю, откуда у меня есть, вообще. Почему я такой? Трудно пробиваемый для грен. Алита, где чувак? Ты вылезешь, нет? Ждать или не ждать? Кто-то там лагает. Перемещается, судя по звукам. О, зашибись место. Только меня быстро убили там уже. Долго я там не просидел. Ай, с вереском бегает, с ППшкой своей. Лагает еще к тому же. Дурной чувак. Такс. Давайте вылезайте. 7 минут еще. Еще времечко на вас есть. Ну что ты будешь делать? Тоже лагает? Нет, не лагает. Все, окей. Окей. Так, не сумел я его убить. Больше не вылезать лучше вообще. Хотя... Сейчас здесь вылезет чувак, как обычно. Да ё-моё. Не успеваю никого убить вообще. На одном месте стоим. Вот так, да. Тоже можно. Молодцы, чуваки, давайте. Тяните. Ай, там снайпер оказывается. Но я брать не буду. Меньше убью, скорее всего. Нашел, куда закинуть. Ага. Да, продуманный. Посмотрел вниз. У него счет там 2-8. Тот самый. Спасибо большое. Всегда говорю. Надо ведь своим-то сказать. Подарочек делают. Ой, тут я сам тоже походу не буду. Ну, по крайней мере, у них там. До него не доберусь, а до нашего, возможно. Как-нибудь. Даже не покосил. С грены. Тут дождемся, нет? Ну, потом, может, как-нибудь. Тут все туго.
все сидят, крысят, ждут появления. Обоих. Последний пуль там, наверное. Почти последний. Показалось? Неважно. Так, и ты, как обычно, меня хватаешь, успеваешь под конец. Когда я кого-то убиваю, не лезьте. Ох, зараза, а так хочется взять их и наказать с помощью ДС. Да нет, не буду. Я больше убью, если я обычным оружием буду палить. Ну, Кузьминатор, совсем немножко тебе осталось еще. Прикиньте, точно в цель, как я и ожидал. То, чего я хотел. Кинуть его в Кузьминатор. Да, еще вот так сделать. Короче, я мщу ему. Все еще. Как их тут много, капец. Ай! Слизи вообще нет, нет, он бегает. Том и Джерри. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да, чуть-чуть осталось. Только у себя еще и там даже добраться могу. Успеть. Только надо реакцию, чтобы всех поубивать успеть. Там Кузьмич. Да уйди. Так. Так. Ай, мог бы сделать такое комбо офигенное. Но, увы, не хватило мне вас. Я же грену кидал. Тварюга-то такая. Так. 36. В принципе, мне хватает. Так, двоих успел. 38 есть. И у вас там двое, оказывается. Я же вроде покоцал их. В итоге получается, что нет. Блин, такое месиво. Просто капец. Что в банке, что здесь вообще прям конкретное месиво. Мне нравится. Я ведь ас, как-никак. Как не понравится-то? Он все еще никого убить не может. Тут не более одного можно убить, когда вылезаешь. Один-два, не больше, потому что тебя сольют сразу. Ну, чувак там бегает кругами со своей веркой. Я аж растерялся, кто-то кинул, потом передумал. Но поздно уже. Убьешь, умрешь, убьешь, умрешь. Бесит меня. О боже мой. Дайте мне маленько пожить-то, а. Отовсюду везде лезут. Все ППшки там эти самые, верески. Самые такие самые, да? Самые-самые известные ППшки. Всеми нелюбимые. Давненько не было Бизона вообще в игре. Не показывали его, как его пушку. Но похоже там самый-самый такой. Самый нелюбимый будет. Ё-моё! Кого убить-то вообще? Успеть. Зашибись, все.
И побегаем на Мехико за террористов. Я зашел уже поздно, по идее. Ну, тут 5-11, наши просирают, я смотрю. Ё-моё! Ну, конечно. Они там засели. А, со змеем тут? Со змеем это... Бляха, это когда я играл с кем-то там... С кем-то там, да. С другим Лёхой, Эрен. Он, не знаю, о нем имею. И не знаешь, короче, фу. Заговорился. Задумался, скажем так. Ну, вроде он мне змей давал. Если змеи, это, конечно, АВМ. Я решил таки перезайти. Мне не понравилось две смерти. Че, он не вылезает больше? Мы сливаемся, нет вообще? Давайте, парни, тяните. Я уверен, вы сможете. Я помогу вам хоть чем-то. Только еще знать бы, где они вообще появятся. Там, по-моему, еще один чувак был, нет? Зашибись, а че? Потянули. Давайте, пусть будет 13-12. Я, конечно, сомневаюсь, что мы до этого дотянем, но... Посмотрим, что. Мне вот почему-то, как я уже говорил раньше, ломаная АК-47 намного лучше. Ну, допустим, там 5%, 10%. Мне как-то удобнее становится с ней. Попадаю лучше. Не знаю, почему. О, зашибись. Ё-моё. Ё-моё. Ребята, я не знаю, как я сейчас выжил вообще. Но я дал им шанс. Дальше. Тащить. 98. 98. О, есть. Ребята, мы тянем. Вот капец, да? Так хорошо сел, так хорошо убежал быстро. 5-1 тем временем. За раунду, что ли, получается. Ну, короче, успел, потянул. Разумеется, мне повезло, наверное, да? И что, что VIP? Нашли, к чему придраться. Чаще и чаще. У вас VIP, там у вас то, у вас другое. Чё пришел? Иди к себе. Хуям завис мы все. Ну, я потянул. Ну, в общем, чувствуется, если бы я зашел раньше, то потянули бы, в конце концов. Ой, почти. Почти двоечка есть. Кэпчик двоечка. В общем, ребята, все. На этом пока что я заканчиваю. В общем, я вас не так... Все ясно. Насрать. Я вас не так часто прошу. Обычно я прошу в аннотациях. А ставьте максимум лайков. Комментируйте как можно больше, как можно чаще. Хоть что-нибудь, если вы не любите комменты писать. Когда я вижу вашу активность, я радуюсь. Это мне дает стимул продолжать. Я вижу, что на канал заходит видео, смотрит не случайные люди. Постоянно, а реально подписчики, которые ждут новых видео, которые продолжают смотреть с новой и новой серии. В общем, все, ребята, всем спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной, с вами был Алексей, всего хорошего, до встречи, а постараюсь выпускать почаще.